Затянул ты немножко с разворотом. То есть для тебя эта высота еще опасна, не надо так. Правильно, правильно, тяни, тяни, молодец, вот так и надо. Чувствуешь, что уходит, прям заваливает. Хвост аж гудит, он что-то у меня вправо не совсем справляется. О, влево только, в ворот не совсем справляется. Потому что он вправо, видите, ему вот нехватка. А влево вот она. Пока не выясню, почему. Че его так влево-то у тебя тянет, блядь? Да это у меня так, я от джойстика так получается делаю. Ну вот же висит, не тяни, вот пускай управляем, управляй, нормально все, разворачивай. Вот держи его на синем фоне. Во, отлично, управляй, управляем. Куда ты полетел-то? Пускай так идет, пускай, пускай. Все, разворачивай. Отлично, понял? Давай также на синий фон загоняй его. И то же самое повторяй. О, держи, 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 держи. Отлично, отлично. Чуть-чуть вперед его наклони. Во-во-во. Все, поздно, разворачивай. Уйдет, уйдет, разворачивай, все. И так же повторяй. Во, 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 нормально, нормально. Держи, 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 держи. Разворачивай. Хвоста вот нам не хватает, вот когда он летит против, ну вот, потом, хватает вырубить. Да все ему хватает. Тебя что-то влево-вправо тянет. Не могу понять почему. Разворачивай. О! И виси вот здесь. Ну вот, а управляй, управляй вертолетом. Управляй, молодец, вот так нормально. Разворачивай. И опять в синюю зону его. Это же.
поехали, поехали. Не скажешь, что это.